Знаете, вы упомянули Украину, и я сразу вспомнил, что в Фейсбуке, не может же быть, чтобы это вы вели аккаунт в Фейсбуке, у вас нет, есть... клон. Это клон, да? Да. Ну, вы в курсе, и, то есть вы просматриваете, что... Нет. Нет, то есть вы вообще даже нет, нет, не я, знаете? Нет, это... Угу. Дело в том, что просто достаточно, ну, вот это как называется аккаунтом, это аккаунт Бориса Клюева, он такой очень политизированный. Да здесь, что вы, да? Здесь все вот как раз про Украину, про политику. Я знаю, что вы подписали письмо с поддержкой позиции президента по Крыму. Какова реакция коллег ваших было? Тех, кто не подписантов, так скажем. Нет, ну как, это право каждого человека. Конечно, иметь мнение. Да. Если кому-то что-то не нравится, ради бога. Я считаю, что президент поступил правильно. Я считаю, что это не исконно русская земля, но там пролито столько русской крови, что мы имеем право на это гораздо больше, чем Украина. Тем более, которая, в общем, очень мало что сделала для Крыма. Ваши студенты, да, из Крыма, вы набирали летом. Да. Это решение было набирать там молодежь ваше собственное, или вам посоветовали? Нет, это было мое собственное. Я пришел к ректору и сказал, что это было бы здорово, если бы мы сейчас поддержали людей. И вот я бы приехал в Симферополь и должен вам сказать, что когда объявление было в Ялте, в Симферополе и в Севастополе о том, что приезжает Клюев набирать студентов, то шорох такой был, рассказывают, что это было очень здорово воспринято всеми. Вот, я отобрал пока трех. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».